Более 400 голов крупного рогатого скота заразились бруцеллезом в регионе с начала года. Эти случаи зафиксировали в 6 районах в ходе планового диагностического обследования. По информации Управления ветеринарии, 90% случаев зафиксировано в агроформированиях, 10% – в личных подсобных хозяйствах. Больные животные отправлены на санитарный убой. Проводятся дезинфекционные работы, введены ограничительные меры. На контроле ветслужбы 4 частных хозяйства и село Ленинское Акаинского района. При этом в Тимирязевском районе они на стадии снятия, в Акаинском – переходящий с прошлого года. Стоит отметить, что республиканским противоэпизодическим отрядом проводятся исследования на бруцеллез через каждые 15-20 дней до получения двукратного отрицательного результата. Только тогда ограничение снимается.